журналист BoxingNews24.com Дэн Эмброуз прокомментировал процедуру взвешивания Геннадия Головкина и Даниэла Джейкобса за месяц до боя. Сейчас Головкин весит 165,1 фунта, Джейкобс — 174,8. К бою Головкин подойдет примерно в 170 фунтах. Это нормальная практика для него. Джейкобс будет весить примерно на 10 фунтов больше, но это совсем не значит, что он победит. К примеру, он смотрелся значительно крупнее Дмитрия Пирога, однако был нокаутирован уже в 5-м раунде. Возможно, Джейкобс и его тренер хотят использовать вес как преимущество, но вряд ли этот план сработает. Головкин спарринговал с парнями из тяжелого веса и доставил им немало проблем. Джейкобсу нужно делать упор на свою скорость и мобильность, а не играть с Головкиным в его игру, считает Эмброуз.